Братья и сестры, для вас отличная новость. Просто отправляя деньги домой и написав мой промокод, теперь вы можете выиграть телефон, а также денежные призы. Наглый узбек, почему ты ненавидишь Россию и русский народ? Написали мне в комментариях. Ну что ж, давайте пройдемся по этому вопросу. Вы знаете, очень много было сделано в Узбекистане с помощью русских рублей. Очень много было сыграно свадьб, куплено квартир, домов, машин, сыграно свадьб и многое другое. А теперь давайте поднимем вопрос по поводу детского воспитания. У нас, у узбеков, именно такое воспитание, которое с детства еще приучается благодарности в адрес родителей, которые кормят, поят, одевают, какими бы они ни были, какой бы у них не был бы скверный характер, какими бы они не были грубыми, били нас, не били, без разницы. Как с нами относились, мы должны быть благодарны. Точно так же на сегодняшний день я отношусь к России, в которой работает очень много моих братьев и сестер из Узбекистана, из Таджикистана, из Кыргызстана. Поэтому я буду самым неблагодарным ребенком для страны, которая кормит, поет и помогает развиваться с разными материальными путями. А также очень многое связывает наши страны, СНГ страны, история, экономика, учеба. Очень многое. Так что у меня нету причин быть неблагодарным в адрес россиян и русского народа. Потому что я сам работал в России. И если надо будет, еще раз поработаю. И никогда свой адрес из россиян не слушал такое слово, как «чурка», «убирайся» или тому подобное. Много этих слов встречается в интернете. Но в жизни их почти не встречается. Это видео исключительно мое мнение, и я хочу, чтобы вы отнеслись с пониманием, поскольку в России работают мои братья и сестры из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Так вот, братья и сестры, если вы работаете в России, отправляйте деньги с помощью Мир Привилегий и пишите мой промокод АК2 и получите скидку при отправке, то есть процент будет гораздо меньше.